Фитнес-аэробика – молодой вид спорта. Он появился в России в конце 80-х годов и очень полюбился как взрослым, так и детям. Все номера этого жанра зрелищные и динамичные. Участников оценивают по бальной системе. Очки дают за оригинальность номера, качество выполнения элементов, артистизм и даже подбор музыки. Это всегда очень почетно организовывать подобного рода соревнования и проводить, потому что приезжают участники, ну, много из каких географических точек. У них есть возможность не только выступать, скажем так, обмениваться спортивным мастерством, но и каким-то вот опытом, жизненным опытом, дружиться, развиваться. Многие, кто приезжают на подобные соревнования, сначала просто посмотреть в качестве зрителей, потом приезжают, организовывают у себя секции, отделения и занимаются дальше. Уже по прошествии нескольких лет приезжают выступать как участники. Несмотря на то, что эти соревнования не зачетные, спортсменки выложились на полную. Для многих это уже не просто хобби, а образ жизни. По городам разным ездишь, получать места разные и соревноваться с разными командами. В Анапу съехались участники почти из десятка городов. По их словам, город-курорт – идеальное место для тренировок и отдыха. У нас там снег, гололед, а здесь хорошо. Команда из Волгограда выступает в Анапе уже третий раз. В их копилке множество наград за первые и вторые места на различных соревнованиях. На этих спортсменки тоже старались отличиться, работали в полную силу. Зависит от самого человека, как тяжело ему или нет. Но для меня это было не очень тяжело. Когда будем возраст выше, когда категория будет, наверняка будет чуть тяжелее. По итогам турнира анапчанки заняли 2 первых и 1 второе место. Этой осенью они примут участие в национальных соревнованиях, которые пройдут в Москве. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.